Я слушаю книгу Элтон Джон, автора Элтон Джона, биография. Уже у меня на душе. Пытаясь забыть его, я становлюсь несчастным. Потому что мне, как и каждому, нужна связь с настоящим и непридуманным миром. Я жил и живу удивительной жизнью, и, честное слово, не стал бы менять в прошлом ничего, даже то, о чем сожалею. Потому что меня бесконечно радует то, к чему я пришел в итоге. Наверное, было бы лучше, если бы я прошел мимо, когда увидел Джона Рида с кокаином в дальней комнате студии. Наверное, не следовало совать туда свой нос, во всех смыслах этого выражения. Но, возможно, надо было пройти и это, чтобы стать таким, какой я сейчас. Разве я мог предположить, что буду жить в браке с мужчиной, что стану отцом двоих детей? Все это казалось мне невозможным не так уж много лет назад, но это еще один важный урок, который преподала мне жизнь. С того самого момента, как я не прошел прослушивание и взял в руки конверт с текстами Берни, все происходило совсем не так, как я предполагал. В моей истории полно бесконечных «а что если?» моментов, которые меняют все. А что если бы провал на прослушивании страшно бы меня выбесил, и я бы выбросил конверт Берни в урну на железнодорожной станции? Что если бы я настоял на своем и не поехал в Америку? Что если бы Уотфорд выиграл в тот субботний вечер в начале 90-х, я бы воспрянул духом и не стал бы звонить другу в Лондон, не попросил бы его приехать и привезти с собой приятелей геев? Что если бы я не заметил льва в детском доме в Украине? Где бы я был тогда? И кем бы я был? Остается только догадываться. Но все это произошло, и я – это я. И уже не нужно задаваться вопросом «а что если?». Теперь меня интересует другой вопрос. А что дальше? Значит, это правда? Про то, что Кри выжгли вам глаз, допытываясь, где Десеракт. А вот на эту тему комментариев я никому не даю. Понятно. Но, к сожалению, Десеракт все еще не найден. Рано или поздно найдется. Всплывет, дам вам знать. А что потом? Сэр, никто не знает, есть ли в галактике враждебные нам силы и сколько их. А наша охранница по долгу службы сейчас находится на другом конце Вселенной. Щиту одному не справиться. Будем наращивать мощь. Оружием? Новыми героями. Полагаете, есть другие вроде нее? Да почему бы и нет? Она же есть. Отдохните, сэр. Перед вами непростой выбор. В жизни каждого из нас непростой выбор. Главное сделать его правильно. До скорых встреч. Пока-пока. Будьте счастливы.